стерильная марлевая салфетка, бинт-валик и еще один бинт. Для начала на место раны следует положить стерильную марлевую салфетку, затем валик и прижать рукой. Затем делаем два фиксирующих тура ниже раны. После этого следует сделать последующие туры для того, чтобы зафиксировать повязку. Затем нам следует зафиксировать повязку двумя завершающими турами. После чего мы разрезаем бинт на две части и завязываем не на месте раны. Если вы наложили повязку правильно, бинт не покраснеет и кровь остановится.